Здравствуйте. Русский человек строит себе дом в Австралии. Мы уже говорили о том, как прийти к этой идее, как строить дом, строит ли дом самому, строит ли дом со строителями, то есть нанимая компанию, и какую мелкую или крупную, плюсы и минусы. И мы решили, что строить дом самому с помощью, естественно, профессиональных строителей, но контролируя самому процесс, это самый лучший выбор. К счастью или к сожалению, но вы можете это делать всего лишь раз в 6 или 7 лет, это надо выяснить по законодательству штата. Но, в общем-то, редко кто строит дома для себя более часто. А если строите более часто, это значит, это бизнес, соответственно, совершенно другой подход к делу. На данный момент вы видите, что мы залили фундамент. Я премного благодарен Диме, нашему строителю, который, в общем-то, помогает мне абсолютно со всеми сабконтракторами, людьми честными. И, как я уже говорил, опять-таки по книге Стивена Коя, когда есть доверие между людьми, есть соответствие, допустим, книге Speed of Trust Стивена Коя-младшего, вы гораздо быстрее продвигаетесь в деле, и доверие сохраняет вам очень много времени, очень много денег и нервов. И даже когда люди делают ошибки, люди эти ошибки признают и помогают друг другу исправлять их. Что касается ошибок, то были допущены ошибки из-за незнания, ошибки из-за спешки, ошибки из-за, может быть, конфликта интересов разных сторон. Но вот простой пример — это, допустим, заказ окон. Когда вы строите дом, вы должны быть очень внимательны и не начинать с конца. Когда задумывался этот проект, в общем-то, не бралось в учет то, что здесь находится военно-воздушная база в Кларендоне, в Ричмонде. Соответственно, не бралось в учет, что по зонингу, по своему расположению, сайт находится под сертификатами звукового шума, не скажу уж точную аббревиацию, но двадцатка. Если бы 25, то, соответственно, строительство вообще не могло бы вестись по Compliance Development Certificate и должно было бы вестись по Development Approval, то есть более жесткие нормы. Но даже по двадцатке, это Noise Something, то есть сертификация по шуму. Вот. Даже в этом случае необходимо строго выбирать окна, двери, шумоизоляцию под вот эти сертификаты. Ничего страшного в этом нету, потому что когда вы делаете шумоизоляцию, в то же время вы делаете теплоизоляцию. Они между собой тесно связаны. Поэтому, может быть, немножко потратив больше на соответствие стандартам шумоизоляции, вы затем сэкономите на энергопотреблении. Я бы, в принципе, очень рекомендовал людям делать эти показатели как можно выше. Опять-таки, когда вы живете и где-то лает собака, где-то проезжает машина, лучше, чтобы шум снимался. Вот, кстати, вы слышите, у моих соседей лает собака. Вот, соответственно, когда будет там располагаться Granny Flat, то есть маленький дом, второй, то есть дом на этом участке, соответственно, необходимо сделать тоже хорошую шумо, соответственно, теплоизоляцию. Так вот, когда заказывались окна, было не соблюдено это условие, и, соответственно, придется переплачивать 2 чем-то тысячи долларов за то, что будут выниматься стеклопакеты. Сама работа, в общем-то, не сложная, то есть это дело минут, но когда вынимаете стеклопакеты и ставите новые с ламинированным двойным стеклом, соответственно, как бы идет утилизация этих стекол, фактически вы их уже проплатили, и проплата новых стекол. Соответственно, я думаю, что можно было бы обойтись и сэкономить до 3
общей сложности $1000, если бы не, как говорится, натягивать штаны через голову. Вот, спешка – это как бы наша болезнь, болезнь русского человека. Ну, ничего страшного, это, как говорится, не самые большие деньги, но должен вам сказать, вот этот вот пример, как говорил Пушкин, его пример другим наукам. Когда вы строите дом, вы должны все аспекты рассмотреть и, соответственно, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Как я уже говорил, при заливке фундамента была допущена несогласованность между человеком, который заливает бетон, то есть бетонщиком, и пламером, то есть сантехником. И, соответственно, если вы посмотрите на фундамент, вы увидите несколько таких труб пластиковых, торчащих из фундамента. Это как бы вывод канализационных отверстий. И по недосмотру чуть было не залили бетон со всеми 10 отверстиями. То есть должно было быть 10 выводов, а сделали 7. Соответственно, затем надо было прорезывать от 1 до 3 каналов, прорезывать на глубину более 10 сантиметров, а это уже другой тип резки бетона. Соответственно, могли бы быть большие временные и качественные, и в основном финансовые дополнительные затраты, чего очень бы не хотелось иметь. Вот. Но когда вы сами контролируете, вы обязаны все контролировать сами, если строите сами. Да я бы рекомендовал, даже если строят строители, тоже самим контролировать строительство. Соответственно, вот чуть было, но все-таки не случилось. Когда вы построили фундамент, можете сказать, что вы сделали половину дела. Потому что все остальное, даже скажем так, скелет, крыша, все это можно делать и переделывать. Фундамент переделывать очень сложно, дорого и долго. Вы нарушаете конструкцию, поэтому вот относитесь к стадии фундамента очень тщательно и на «вы». Сам фундамент может стоить от 15 до... кто знает, какой фундамент, до 40, может быть, тысяч долларов, но все затраты, которые идут параллельно, то есть это защита от термитов, это обязательное условие, это акустический контроль, то есть акустик репорт должен составляться, где это нужно, как, кстати, вот вы можете слышать, и даже, наверное, видеть самолеты, вот это военный самолет, но пассажирский. Я понимаю, там прилетел из Италии, цвета итальянского флага видны. Это очень крупная военно-воздушная база, соответственно, для вас должен быть какой-то такой знак warning sign, то есть будьте осторожны и запросите acoustic report. Это правильный подход к делу и, соответственно, сэкономит вам время и деньги. Что касается фундамента, здесь была опять-таки ошибка, но, наверное, это не так плохо. Фундамент был заложен, ну, я бы сказал, под 3-4-этажный дом, как минимум. А на самом деле здесь будет стоять одноэтажный дом. Но, соответственно, все подвижки грунта, которые возможны, они будут, скажем так, в большей степенью вероятности можно будет избежать повреждения конструкции. Поэтому, честно говоря, говорят, что много бетона – это дорого. Но экономия или расход – это 3-5 тысяч долларов. Я думаю, это не так важно. Можно было не заливать сваи, можно было делать тоньше слой бетона, но вы сэкономили бы, может быть, до 5 тысяч долларов. Может быть, вы бы сэкономили буквально, ну, я не знаю, может быть, 1-2 дня работы, но мне кажется, что все-таки вот это вот дополнительное качество, конечно, в меру, но оно как бы имеет свой положительный итог, по крайней мере, с точки зрения риск-менеджмента в строительстве, это достаточно хороший показатель. Никто не знает, какая будет сейсмическая активность, никто не знает, какие будут подвижки грунта, тем более мы не на, стоим не на
не на камни, мы стоим на, там так, глине, которой миллионы лет. Вот, поэтому изменения климата могут изменять структуру почвы, могут идти какие-то подвижки, и хороший фундамент – это ваш запас прочности. Может быть, это сэкономит большие вам деньги. На данном этапе вы можете видеть, что сделаны как раз вот выемки под, как раз под ванные отделения, то есть под лаундри, под мастер бедрум, душ, ванна, там, туалет. Вот, соответственно, делается для того, чтобы если будет какое-то затопление, где-то что-то засорится, соответственно, будет выход наружу или будет выход через другие технологические отверстия, то есть перелив с одной ванной комнаты в другую и выход канализации. Делайте все в рамках стандартов. Соответственно, если вы хотите поднять дом, поднимайте его, но делайте, опять-таки, по максимуму, но разрешенного. Есть маленькие трюки, которые вы можете использовать, то есть это дополнительная засыпка грунта, но до того, как приедет сервейер и все уровни промеряет. Я бы рекомендовал, и это обязательно, чтобы вначале приехал сервейер, потом вы делаете план, соответственно, и структурный план строительства, и только после этого вы начинаете, в общем-то, строительство. Тогда у вас фундамент получится вот такой, то есть достаточно высокий, на 30 сантиметров будет выше уровня фундамента, соответственно, можно будет сделать подсыпку земли и сделать 4-5 дюйма бетонный въезд сюда и вообще вокруг дома уложить бетон. Соответственно, ребята молодцы, сделали единый фундамент и поставили под веранду, оставили площадь, то есть это единая конструкция. Веранда будет чуть ниже, соответственно, она будет полностью закрытая. Вы, я думаю, что позже вы увидите как раз, как это будет на деле. Соответственно, из-за того, что это только первый этап строительства, и будет второй этап, когда будет строиться дом поменьше сзади и бытовые какие-то помещения, будет ставиться новый забор и подниматься уровень земли, завозиться плодородный грунт. Соответственно, ребята-строители будут те же самые. Опять-таки должен вам сказать, никто не ангел. Субконтракторы – это люди, которые заняты, которые, в общем-то, до нынешнего времени, может быть, вас вообще не знали. Научитесь относиться к людям хорошо. Вам особо ничего не стоит, может быть, дать бутылочку. Это копейки, это какие-то… Счет идет на десятки тысяч долларов работа субконтрактора. Эта бутылка водки может стоить 20-30 долларов, это, ну, 40 долларов. Это ничего вам особенно не стоит. Но это ваш знак признательности человеку, доброе слово, вот такой подарок. Он показывает то, что вы идете к человеку с открытыми руками, с открытой, ну, в определенной степени душой, и вы получаете, в общем-то, обычно такую же ответную реакцию. Очень рекомендую, когда вы работаете в коллективе, когда вы работаете, когда вы ведете бизнес, относитесь к людям так. Вы знаете содержимое наше, содержание проекта Рамзес, вы видите, что между агентами, менеджерами, владельцами учебных заведений, между студентами, государственными некоторыми структурами существует такое взаимопонимание. Так вот, видимо, такое же отношение, что привело, в общем-то, к успеху проекта Рамзес, такое же отношение, в общем-то, должно проецироваться на людей в рамках строительного проекта. Соответственно, я не сомневаюсь, что в конечном счете это будет успех, в конечном счете это будет очень красиво, один из лучших домов, может быть, не фешенебельных, но действительно качественных, хороших, удобных для жизни человека, и отношения с соседями, и так далее. То есть, вот, как бы, вот, что бы я хотел сказать по поводу вот этого этапа, на котором мы сейчас находимся. В заключение я вас немножко
проведу по фундаменту, вы посмотрите, как он был заложен. Может быть, кто-то из строителей посмотрит, будет им интересно, как закладываются фундаменты. Здесь я не думаю, что очень большая разница от России, хотя здесь нету вопросов промерзания грунта, здесь никогда не бывает, или никогда долго не бывает температура 0 и ниже. Соответственно, вы посмотрите как раз этот фундамент, а я скажу, что следующим этапом у нас будет постройка каркаса, обкладка этого каркаса кирпичом и крыша руфталинг, то есть укладка крыши черепицей. Так вот, мы уже достигли стадии, когда, в общем-то, мы начали работу по строительству каркаса. Здесь обычно, хотя это не факт, что даже это намного лучше, я думаю, что это то же самое. Основные фермы делаются на фабриках, потом эти уже собранные фермы привозят сюда, ставят типа скелета, и потом все это обметывается плотниками, обметывается деревом. Кстати, очень большая экономия в том, что вывоз мусора субконтракторы берут на себя обязанность вывозить мусор, оставленный после себя. Соответственно, если вы в другом бы случае делали бы это и заплатили, может быть, от 5 до 10 тысяч долларов за просто за уборку мусора, субконтракторы берут это на себя. Это, в принципе, большая достаточно экономия времени. Таким образом, на следующей неделе мы ожидаем, что придут фермы, заплачен был уже залог, соответственно, 20% стоимости на то, чтобы закупить материал и его сделать. После этого наш плотник соберет вот эту вот коробку и довезем кирпич немножко с запасом и будем обкладывать кирпичом дом. После постройки крыши, собственно говоря, мы скажем, что стадия коробки закончена. После этого я распрощаюсь со своим проектным менеджером, которого я взял на таких добровольных началах. Вот. И дальше, я думаю, что вы узнаете, кто будет делать отделочные работы. Я думаю, будет некоторое приятное удивление. Вот, электрика, сантехника, ребята уже наняты. И затем начинается вторая стадия, когда мы будем делать all round, то есть backyard, заборы и маленький дом. Я думаю, на все строительство еще 6-7 месяцев, потому что надо вторую часть утвердить. Вот фундамент, вот общий вид фундамента, вот как он строился. Это самая высокая часть, то есть это ближе к выходу, то есть, так, к фронтальной части. Можете посмотреть толщину фундамента, достаточно большая для одноэтажного дома. Вот, соответственно, здесь будет вход. Вот. Бетон схватывается достаточно быстро. Я думаю, качество бетона абсолютно такое же, как и в России, на Украине. То есть никакой особой разницы. Вот как раз тот выход, который вот этот изначально забыли вывести. И представьте себе толщину вот этого слоя, сколько бы пришлось резать бетон. Это порядка полуметра, это даже жутко подумать. Вот, вот тут как раз приступочек для слива воды, то есть задержки воды, чтобы вода не шла в дом. Но подниматься будет еще выше пол за счет толщины кафеля. То есть здесь кафель будет тоньше, чем здесь. Ну и немножко слой цемента выше. То есть разница будет до 7, наверное, сантиметров. Вот. Вот он, бетон у нас. Вот эта самая площадочка под веранду. Мне кажется, излишне солидной, но, как говорится,
хорошо, много не мало. Вот. И, соответственно, вот вы можете видеть, оставлены были металлические конструкции, они пойдут на фундамент и драйвей и все остальное. Вот, то есть ребята постарались. Позволю себе такой маленький селфи. Большое спасибо за просмотр этого ролика. Теперь вы хорошо видите, как, в общем-то, со всеми ошибками и издержками русский человек строит себе, в общем-то, скромный домик, скромные домики в Австралии. Вот. И я очень верю в то, что ребята, которые сюда приезжают, те ребята, которые хотят здесь остаться, что ребята здесь останутся, ребята здесь смогут хорошо зарабатывать, хорошо жить, строиться. И именно когда вы внедряетесь в эту жизнь, когда вы достигаете этого уровня, тогда вы начинаете дышать полной грудью и понимаете, насколько же хорошо жить в Австралии. Спасибо.